Привет! С вами снова я, Ольга Нечипаренко, и вы смотрите «Будь в форме». Хореография и танец – это не только развлечение, но и хорошая физическая нагрузка. Заниматься танцами можно практически в любом возрасте, и это, несомненно, принесет огромную пользу для здоровья, а также поможет развить ваши творческие способности. Сегодня я расскажу о нескольких направлениях танцев. Не переключайтесь, будет интересно! Танец всегда присутствовал в жизни человека. Ни одно событие наших предков, будь то календарные, обрядовые или семейные праздники, не обходилось без музыкальных игр, песенного фольклора и, конечно, танцевальных движений. Сегодня перед преподавателями Солигорской детской школы искусств стоит важная задача – сохранить наследие белорусской культуры, передать эти важные знания и навыки детям и совершенствовать хореографическое искусство для будущего поколения. Классическая хореография является основой всех танцев. Она способна выражать самые различные чувства и эмоции человека. Но чтобы постичь это искусство, нужно обладать терпением и хорошей мотивацией. Приглашаю вас вместе со мной окунуться в мир танца, а поможет нам Юлия Владимировна. Есть основные виды хореографии, которые самые распространенные в нашей жизни. Это основы классического танца, это народно-сценический танец и современное направление в хореографии. Классический танец – это тот предмет, который требует полного погружения, дисциплины и постоянных тренировок. Изначально классическую хореографию использовали только для изображения благородных персонажей – богов, королей, героев. Благодаря достижениям русского балета была сформирована система подготовки танцоров, которая сейчас является основой других танцевальных стилей. В детской школе искусств дисциплине классического танца уделяется особое внимание. Сам урок, он состоит из некоторых частей обязательных, которые уже продуманными веками, годами, пришли к нам еще с тех давних времен, это прежде всего классический экзерсис. Классический экзерсис у станка, он укрепляет весь суставно-мышечный аппарат, он вырабатывает правильную постановку корпуса, правильную постановку головы и рук. Совершенно другая походка, невероятная пластика, изысканная грация. Преподаватели школы могут безошибочно определить, занимается ли ребенок танцами, просто немного понаблюдав за ним в повседневной жизни. Народный танец – один из наиболее распространенных и древних видов народного творчества. Всегда зрелищный и яркий, он рассказывает об истории и традиции нашего народа. Здесь главное передать эмоции, привлечь внимание зрителя к национальной культуре. Итак, внимание на сцену! Классический танец – это один из основных предметов детской школы искусств и неотъемлемая часть начального хореографического образования. Он всегда имеет яркую выраженную тему и идею, а также тесно связан с историей той культуры, к стране которой он относится. Таким образом, дети получают возможность овладеть большим разнообразием стилей и манеры исполнения танцев разных народов мира. У нас в коллективе много различных номеров, основой является именно белорусская тематика. Мне представляется очень важным, чтобы дети были знакомы именно с национальной нашей культурой, чтобы они знали особенности костюмов и движений именно белорусской традиционной культуры. Важнейшая часть этого курса – это воспитание эмоциональной выразительности ребенка. Кроме того, выполняя множество трюков, сложных сценических рисунков и комбинаций, тренируется не только вестибулярный аппарат и мышцы ребенка, но еще и память. Занятия народными танцами помогают также развить способность длительное время концентрировать внимание и, как результат, мастерски владеть своим телом. Он развивает в детках в первую очередь координацию, выносливость, силу, артистизм. Трюковые элементы очень любят дети, мальчики, девочки, когда они могут сделать и удивить публику чем-то тем, что не может сделать обычный любой человек. Сейчас Лиза уже выпускница школы. Она признается, что танцы навсегда захватили ее сердце. Но так случилось не сразу. Выбирая полезное занятие для дочери, мама привела ее в школу на пробы. Как оказалось, хорошими данными для успешного обучения танцам девочка обладала от природы. Изначально я нейтрально относилась к народному танцу, но после того, как я начала его изучать, я увидела, что в нем есть искра, задоринка, которая так мне нужна в танцах, и то, что когда ты танцуешь, ты веселишься. Танцы принесли много хорошего в мою жизнь. Новых друзей, новых педагогов, приобрела новые черты характера, упорство, собранность, которой мне так не хватает. Вопрос, кем Лиза станет в будущем, ни в школе, ни дома не задают. Ответ давно всем известен. Я собираюсь поступать в хореографический, я хочу учить других
ухо танцам, хореографии. Маша с детства мечтала заниматься именно народными танцами. На сцене можно примерить столько образов. Вы только посмотрите, как много разных костюмов здесь, как много разных ролей, и актерское мастерство тоже присутствует в нашем искусстве. Это танцевальное направление позволяет не только развить актерские способности, обуздать свою неукротимую энергию, но и приобрести необходимые педагогические навыки. За годы танцевальных репетиций мы впитываем как губка опыт наших преподавателей и мечтаем быть на них похожими, делится своими мыслями Мария. Я бы хотела поблагодарить всех преподавателей, которые с нами работают. Эта школа стала для меня как семья. Современная хореография – это смесь различных жанров – контемпа, модерна и джаза. Воплощение образа или задумки автора здесь происходит при помощи новых танцевальных движений, которые призваны выразить индивидуальность артиста. Этот дуэт родился в стенах детской школы искусств не случайно. Педагоги работают так, чтобы удивлять и вдохновлять своих учеников. Янина Борисовна сразу была покорена талантом своей юной воспитанницы Кати Филипповой. Ей захотелось показать зрителям, с каким вдохновением девочка ходит на уроки, и передать ту волшебную атмосферу увлеченности, которая царит на занятиях. Кате идея учителя очень понравилась. Стали репетировать. Моя мечта исполнилась. И я станцевала на сцене со своим учителем. Ученице было очень приятно танцевать именно со своим педагогом. Она была очень рада и очень понравилась. Мне нравится современный танец, потому что здесь много разных движений. Я могу показать себя в этом танце. С номером «Танец в стиле джаз-модерн» нестандартный дуэт побывал уже на многих фестивалях. Заслуженный успех вдохновил юную звезду школы всерьез задуматься о профессиональной карьере. Я стану профессиональным танцором по современному танцу. Это танцевальное направление меня заинтересовало больше других, поэтому я решила взять мастер-класс у преподавателя. А вы можете потренироваться вместе с нами. Итак, основные движения в современной хореографии. Самое востребованное направление – это современное направление в хореографии. Потому что его очень любят дети. И сегодня мы с вами познакомимся и изучим несколько основных движений джаз-модерна. В этом направлении тело должно быть раскрепощенным и свободным. Допускается даже импровизация. Первая параллельная позиция ног. Ноги вместе соединены. Вторая параллельная позиция. Чуть шире разведены на уровне наших плеч и бедер. Четвертая аут-позиция заимствована из классического танца, когда одна нога находится выворотная впереди и закрывает вторую ножку. В четвертой широкой позиции мы садимся в глубокое деми-плие. Одна нога уходит назад, пятка поднята, руки находятся в третьей позиции. Переходим к самым распространенным позициям рук. В джаз-модерне они более соединены к корпусу, более такие четкие, ломаные, локти в стороны, лопатки собраны, раскрыты, плечи опущены вниз. Во второй позиции мы раскрываем руки в стороны. Ладошки могут быть направлены вверх, в сторону и вниз. Третья позиция – это вариация из первой и второй. Одна рука вытянута вперед, другая направлена в сторону. Направление рук можно поменять. В четвертой джазовой позиции одна рука уходит вверх, другая находится внизу, немного впереди корпуса. В современной хореографии используется большое разнообразие движений – кёрв, бодирол, наклоны корпуса, раскачивающее движение свинг, а также существует множество вариаций комбинаций этих движений. Мария Карпович – одна из самых талантливых учениц хореографического отделения школы. Занимается танцами 6-летнего возраста и уже успела освоить классический, народный и современный танец. На пуанты ее впервые поставили в возрасте 10 лет. Тогда она училась в Минском хореографическом колледже. Это, невыносимо больно поначалу. Конечно, ноги привыкают и становится намного легче. Когда особенно выходишь на сцену, ты забываешь про всю боль, ты видишь, когда зрителей, у тебя только улыбка на лице и все. Недавно девушка ездила в составе делегации в Польшу, где стала лауреатом фестиваля в номинации «Академический танец соло». На сцене Мария представила вариацию с колокольчиками.
Обучение танцам сегодня доступно всем желающим. Начать постигать это искусство не поздно в любом возрасте. Главное, чтобы было желание. Танец – это не просто искусство, это состояние души. Какой бы стиль вы ни выбрали, он поможет любому, даже самому стеснительному человеку, раскрыть свой талант. А если вы все еще не решились научиться танцевать, просто приходите в детскую школу искусств и наслаждайтесь концертами.